Инспектор дорожно-патрульной службы документы Сергей Васильевич. Документы будьте добры, уважаемый водитель на транспортное средство. Сейчас, водительское удостоверение. Свидетельство о регистрации. И страховой полис, пожалуйста. Сейчас дадим. Я за машиной, у меня в машине документы. Я как там, нормально на камеру? Симпатично? Супер. Все нормально? Супер. Это замечательно. Чего это будет? БПС у нас. Смотри. Водительское удостоверение. Юрий Алексеевич Шакеев. Документ, то есть номера на УАЗе где у вас? Вот лежат. Почему они там лежат? Да вы не разговаривайте с ними. Чего они тут выставили? Пусть свое дело делают. А почему они там лежат у вас? Чтобы не сперли строители. В смысле? Чтобы строители не сперли. Почему управляете на номеру? Я не управляю. Как не управляете? Я хотел выехать. Ну как? А вы говорите, не управляете. Хотели выехать. Выехать. Это, да, управление. Я могу тут. Же могу устранить нарушение, не отходя от кассы. Вы же уже ездили без этих. Где я ездил? Здесь? Я только сел. Вот здесь, только сел. Вот скатились. Она сама скатилась. Страховой полис тоже покажите. Есть, пожалуйста. Есть. Покажите. Покажу. Я жду. Все у меня есть. Я хочу убедиться в этом. Все у меня есть. Вы же знаете, понимаете, что я словам не верю. Понятно. И вы, если водитель, вы обязаны предъявить все документы. Вы обязаны население защищать. Да, правоохранительные органы. Молодой человек, я вам еще раз говорю. Этих чертей будете защищать. Что люди есть, которые нас защищают. Ладно, все, давай штрафуй. Всеми квартирами, которые он продавал. Вы с нарушением согласны, что вы управляете автомашиной? Я не управлял. Ну, как не управляли? Конечно, да. Не управлял. Не управлял. Я номера, пожалуйста, повесьте. Повешу. Я жду. Повешу. Она стояла с разрешения Я прекрасно видел, как человек управлял автомашиной. Хотел управлять машиной, когда привела к ней вот это все. Я хотел убрать машину, убрать. Просто на стоянку, да, вот сюда поставить, хотел на парковочное убрать. Место. Вы толкали ее или что делали? Не толкали. В смысле толкал? Ну, скатилась она сюда. Я хотел... Рулем играли, тормоза нажимали. Нет, ну все, давайте, правильно, давайте защищать вот этих чертей. Я никого не защищаю. Нет, никого. Меня вызвали, сказали. Он хотел объехать машину здесь, загораживать. За шакала сейчас ответь, что там? Что рот закрой? Они такие машины привезли вот эти, такие большие, гамазы. А? Да. Я научился. Номера пока. Сиди, молчи. Если бы я не разговаривал, я в 90-е меня замочили бы уже давно. Да. А я выжил в 90-е. Показать, что шрамы, блядь? Уголовник. Показать, что ли? Вот, в 90-х меня резали. Я тоже показываю. Молодой человек, номера вешаем, машину переставим. Умники. Раз, что? Переставлять, что? Ну, а повесьте. Переставьте, пожалуйста, это.